какой результат? Ну, в общем, было 4 сделки и почти там 2500 пунктов. Вот, вот эту, которую я как раз нашел, это отрицательная сделка, а потом были 3 плюсовых. Это за сколько? За неделю где-то? 3-4 дня. Не разменивался там по-маленькому, высиживал. 2500 пунктов, это там процентов 25 от ГО. Как ты себя вот чувствуешь, когда вот не размениваешься? Отлично себя чувствую, и мне хочется находить качественные точки входа. Я тоже зашел в рынок, увидел там такую классную точку, когда можно было за весь день вчера там все 2500 забрать, ну, в одной сделке. И, то есть, ну, вот, когда вот это все видишь, то оно классно. Отлично. То есть ты смотрел урок по крупному игроку, тебе это помогло. Ну и как тебе информация? Да, я его два раза перечислил. Информация крутая, скажу честно. И проследил очень явно эти, ну, закономерности, о которых ты говорил. Единственное, что не понял немножко с объемами. Ну, ты потом в конце видео сказал, что объемы потом будем разбирать, но и именно поэтому я, да, не сильно акцентировал на них внимание. Да, действительно, отличные видеоуроки. И как ты слышал вообще когда-нибудь такую информацию? Ты-то проходил уже несколько курсов. Ну, по чуть-чуть. Вот в комплексе именно вот так, как оно есть, не встречал. То есть где-то примерно... У одних слышал, что во флете крупный игрок набирает позиции, добитие, да, слышал. А вот в комплексе, как это все работает и как крупный игрок влияет на формирование цены, то этого я не слышал. Так, по чуть-чуть дают? Ну, и то. Ну, а здесь тебе все понравилось? Да. В принципе, все в комплексе, разжевано. Да. Как, доволен информацией? Очень доволен информацией.